Привет, друзья! С вами снова Иван. Сегодня я хочу показать, как я меняю патрон на своем антрасколе. Вот он такой вот. Как видите, патрон немного... Вот здесь обтерт краской. Это я, когда я крепил решетку, срезал бетон. Вот. Ну, бетон довольно-таки был не очень плотный. Я закручивал саморезы. Вот. Сейчас, если бы найти крепление где, вот. Не знаю, найду или нет. Вот, типа такого крепления, я его вот так вот изогнул, чтобы вот так вот, вот это отверстие было вот так вот напротив этого. Грубо говоря, вот так вот взял, обогнул и закрутил длинный саморез. Вот. Из этого он на арматуру терся, и видите, красочка. Вот. Решил просто поменять на новый, вот. Для начала ставим, нарежем сверление. Ставим на реверс. Вот, нам понадобится также крестовая отвертка. Откручиваем контрвинт. Так. Так у нас он откручивается. Достаем. Вот. Оп. Вот достали мы его. Далее берем вот так вот патрон. Ставим первую скорость, режем сверления, реверс. И... готово. Ставим новый патрон. Так, предварительно я уже разжал клочки. Вставляем наш винт. И закручиваем его. Вот. Подтянули. Вот, все работает. Сейчас проверим, как зажимает оснастку. Довольно-таки надежно. Зажимается, разжимается тоже хорошо. Вот. Так же, как-то так. Вот. Довольно-таки. Получилось все отлично. В общем-таки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Нажимайте на колокольчик. Всем спасибо и всем пока.